Я продолжаю играть модификацию Гамма, это уже 10-я серия. Предлагаю максимально поддержать юбилейную часть этого прохождения. А если ты тут впервые, то смотри сначала, ссылка на плейлист имеется в описании. Также не забывай про лайк и подписку на канал с колокольчиком. Но я желаю всем приятного аппетита и просмотра, и я начинаю. А пока игра загружается, хочу порекомендовать вам сайт, который сам не так давно использовал, а именно KupiCode. С помощью него вы можете легко и быстро пополнить баланс в Steam. У KupiCode самая низкая комиссия на рынке. На самом деле KupiCode это больше, чем сервис пополнения. Это целая экосистема, которая является самым надежным способом пополнения баланса. Пополнение Steam происходит в несколько действий, а также для пополнения нужен только логин, поэтому ваш аккаунт остается в безопасности. Для зарегистрированных пользователей действует кэш бэк на каждое пополнение и покупку. Распродажа в Steam уже в самом разгаре. Например, Метро Исход можно купить всего лишь за 699 рублей. И получить максимальную выгоду поможет именно KupiCode. Ведь их страница с гифтами полностью повторяет распродажу Steam, даже на те игры, что недоступны в России. Также на KupiCode сейчас проходит конкурс, в котором ты можешь выиграть клавиатуру, наушники и даже новую видеокарту RTX 4080. А еще одержимый промокод, который дает бонус 10% на первое пополнение. Ссылка в описании. Уже родное для нас место. Кто? Клара? Карл, Клары, украл. Да, это именно она. Всем еще раз большой привет. Продолжаем играть в модификацию Гамма. В общем-то, сегодня двигаемся на дикую территорию. В надежде на то, что все эти квесты мы выполним, это будет интересно. И глядишь, что-нибудь прям хорошее найдем. Так, мне еще, кстати, рассказали, что можно вычинивать вот эти запчасти, просто используя вот эти наборы. Не знаю, попробовать, может быть. Что думаете? По идее, чисто в теории. Так, у нас, кстати, 35%. Что-то дробовик сказали, можно вычинить. Ну-ка, если попробовать это сделать, ну вот смотри, давай запомним даже. У нас все в мясо убитое, ствол убит, все убитое. Попробуем, ладно. Если что, у нас там один набор этот, мы если что его скрафтим. Это вообще не проблема. Сука, что такое? Почему? Что за скам? Почему я не могу? Что? Как это сделать? Использовать? Что, надо игру перезагрузить, что ли, или что? Походу. Давай не ерепенься, все отлично. 75, ну-ка, ремонтировать. Что-то улучшилось? Или какая-нибудь смс-очка может придет, что все улучшилось? По-моему, нихера не улучшилось, я зря его потратил. Не знаю. Ну-ка, если вот этой штукой попробовать, точнее, 90 плюс 7. Ну-ка, поможет как-то? Ну, нам фиг, один фиг его вычинивать? Ну не, по-моему, нифига это не так работает, короче. Ладно, один фиг нам его вычинивать, потому что патроны хорошие. Мне писали про какой-то дробовик, что у меня что-то... Мне сказали еще про пистолет. Короче, пацаны, я много косячу. Это понятно. Но сегодня мы в крафтинге сидеть, короче, не будем, я думаю. Сегодня мы двинем жестко. Жестко двинем на дикую территорию. Сейчас единственное, что я, наверное, хочу, так это зарядить магазины до конца. Так, а здесь я затыкаю магазин. Сколько там у тебя? 4. Не страшно. Будем проверять маузер на прочность. Будем проверять АК на прочность. Ну-ка, извлекаем магазин, он полный. Полный, все, обратно. Сейчас пошли патроны купим, может быть. Хотя у нас 3000, какие патроны, ты вообще о чем? Можно что-нибудь закрафтить, в принципе, патроны для калаша-то, правильно? У нас все для этого есть, вроде как. Так, здорово. А, патроны для АК у тебя. Ну, у тебя есть патроны для маузера, которые мне не сильно нужны, прямо скажем. Но нет, у тебя нету нифига, короче. Ладно, до связи. Ну и пошли выложим тогда, или что? Я все-таки попытать удачу. Ну, я бы еще хотя бы пачку бы себе скрафтил, знаешь. Я думаю, что все равно буду больше работать со снайперкой. Сегодня чисто такая серия, все, мне заколебал крафт. Сегодня экшен, сегодня ожидайте экшен. Жесткий, лютый экшен, именно это. Без крафтинга, без нудного крафтинга. Ну, не нудного, но интересно сам, просто без крафтинга. Потому что крафтинг уже подзаколебал, мне кажется, всех. Я думаю, что может даже какой-нибудь стримы может делать по крафту, я не знаю, что не вымучивал вас. Так, подожди, нам надо... А, скажется, что ничего нет, да, для этого дела. Хотя вот так можно чекать, кстати, и все. Нет, этот нам надо для крафта, этот пригодится для крафта. Ну и все, да, вроде? Ну-ка, пробуем еще раз тогда боеприпас. Создать. Эх, не хватает мало... Подожди, винтовочные пули малокалиберные. Так, может, сейчас, может, это, разберем что-нибудь и еще закрафтим себе. Ну-ка, малокалиберные винтовочные пули. Думаю, что вот это нам точно не надо будет. Я с таким калибром бегать не буду. Открываем верстак, боеприпас. Хватает, создаем. Ух, так мы вообще сейчас накрафтили себе патронов на год вперед, как будто бы, да? Это же хорошо. Это вообще идеально, я считаю. Это не выложить, к сожалению, ну черт с ним. Так, погоди, по поводу снаряжения. У нас, в принципе... Нет аптечек, есть армейская одна, есть стимуляторы, бинты, окей. Поэтому вопросов нет. Если что, будет чем вычинить наши стволы, тоже нормально. Есть пить, воды нет, еды нет.
кстати. Совсем забыл. Ну, неплохо, так патроны все накрафтили, прям здорово. Так, по поводу навыков. Давно не смотрел, что там по навыкам у нас. Выживание качается, выносливость... Ну, выносливость силы, что, в принципе, логично, качают, не понял. Мне еще сказали, типа, неси все инструменты. Короче, парни, я игра как играю, советы ваши читаю, просто их настолько много. И там еще споры в комментах возникают, и чему верить, я не знаю. Поэтому нормально, разберемся со временем, не ссыте, говорится. Так, вот так давай покупаем на последние деньги. И воды, воды. 6 бутылок сразу. Ну, на запас, чтобы в будущем не тратить. У нас была, конечно, тушенка еще, но все же. Так, ну что, вы готовы? Идеальный противогаз. Мне еще там начали писать умники, что типа, вот, зачем ты починил этот противогаз, потратил 60 тысяч, там еще что-то, мог бы заслон. Ну, там сразу меня задефали тем, что этот противогаз, пусть и чуть-чуть получше, но это потом чуть-чуть может зарешать. Как бы, во-вторых, я во время серии сказал, что я не знаю, какой из них лучше, и не знаю, правильно ли это решение или нет. Я там всю серию ныл ходил, что я зря это сделал. Конечно, может быть, знал бы я это, пока бы забил. Пока бы забил, ждал бы калибровку, потому что с помощью него проще крафтить. Либо, ну, не взялся бы за это, но раз взялся, доделал. Все, вопросы какие-то есть. Так что тоже, как бы, эти вот... Хейт, не хейт, это может не хейт, но все равно как-то странно просто такое слышать. Короче, живу, делаю как хочу, пацаны. Кому нравится, смотрят. Рофлят с меня где-то, да, иногда наоборот офигевают, может быть. Но в целом, 10-я серия, кстати, юбилейная серия, поставьте лайк. У нас уже какое-то снаряжение неплохое есть. У нас есть C-тир-пушка, вот, поэтому. И, ну, не знаю, это, наверное, C-тир-противогаз. Костюм бы найти неплохой, ну и винтовка B-тира. Но дробовик этот драный уже, надо его выкинуть, менять. Но это уже потом, в будущем. А дикая территория настрочает дождиком. Ну, когда кого это пугало, в принципе. Итак, особенно... Не-не, приказано уничтожить... А, тут сразу враги. Ах, твою мать, серьезно, настолько сразу? Я не ожидал прям, что настолько. Так, ладно, будем по вам работать аккуратненько. Видите? Вряд ли убили, конечно, хотя... Блин, долбанная листва намешается, жесть. Ага. Так, я бы как-нибудь пробежал бы аккуратно. Тихо, тихо. Он с дробовика стреляет, что ли, с такой дистанции? Ты что, придурок? Так, вот это уже нормальная дистанция. Откисни. Откисни. Бля, какой маузер, ты взгляни на него. Сразу несколько квестов у меня причем выполнилось. А этого челика... Нет, я не убил. Один патрон остался, последний. Вроде как завалил. Так, причем с наемниками они тут тягали, существовали. Ага. И маузер тема, слушай. Вообще хорошая тема. Правда, не знаю, всех ли я завалил или нет, конечно. Но так по ощущениям чисто смотрю. Вроде как всех. Вроде как всех. Причем сразу три задания выполнилось. Не, ну я говорю, тут много квестов на дико, я их не знаю, сдавать буду. Свою маму. Ты что делаешь? Ну вроде как мы тебя задели, как минимум морально. И вроде как ты лег. А, подожди, мы тут, походу, мы же тут были, да, вроде как, нет? Или мне кажется? Вроде попытка была сюда зайти. Хотя бы одна. Не знаю, но с таким сражением, конечно, радар не двинуть, но думаю, что в первые лабы можно спокойно двинуть. Но нужно деньги копить, кстати, на... Так, все, вроде никого нет. На пси-шлем. Ну, тоже, как копить? Сколько там, 1040 надо? Думаю, что сегодняшняя серия окупит вообще все наши затраты в предыдущей серии. И в этой, и в будущей. Денег должны реально много отсыпать. Ух ты. Шлем нашли какой-то более-менее. ПДА. ПДА. Так, далее. Блин, фрезер не рекомендовали еще где-нибудь. Говорят, найдешь фрезер, вообще ничего с ним не делай. Но разобрать не знаю, мне зачем этот гигиена. Ну, это то же самое, что и у меня сейчас по факту есть. Потертый ствол. Ладно, разобрать, черт с ним. Тоже разобрать. У нас мультиствол, кстати, все пока более-менее. Но можно его дочинить, чтобы в будущем на него... Не тратить, если что, нервов, ресурсов и так далее. Но, опять же таки, надо где-то покупать набор заточки. Но у вас такое себе, да? Опять же, что вот нашли такое? Ух ты, ух ты, ух ты, 27 килограмм, кстати. Ну вот я не знаю, ну-ка. Ну, во-первых, трусы твои забираем. Ну, пока все. Подожди, чего? Что-то я не то нажал, я альт нажал, прикинь. Взять, не взять, 13 килограмм. Ну-ка, по характеристикам, он, у него радио хуже, но все остальное прям лучше. И защита у него лучше. Не знаю даже, если честно. Так, давай для начала разберем все то, что тут нашли сейчас. Вот это разобрать.
Дальше там что-то тряпки находил, по-моему. Труселя, где твои, кстати? Были же, или что, у меня шиза? Не было. Что с ним сделаем в итоге? Можем его тащить? Мы пока можем его тащить, не знаю, но можно попробовать его донести, конечно. Так, вот это дело тоже разобрать сразу же на металл хотя бы. У тебя все, давай. Хотя бы денежки какие-то. Кстати, что-то тут у нас обновилось, это хорошо. Но вроде как пушки не требуют в этой игре, поэтому спокойно можем их также разбирать. А мультстул улетает. Мультстул, конечно, прям вообще жестко улетает. Но что сделаешь с этим? И при этом еще не все. Но еще разберем его, но не знаю. Но можно, короче, вот сюда выложить. Я вот так и сделаю, наверное. Я его не буду разбирать. Если что, мне кажется, что это жесткий костюм достаточно. У него и с весом все в порядке, и характеристики более-менее. И вычинить его как будто не сильно будет сложно, учитывая наши инструменты. Поэтому в комментах напишите, как бы... Пожалуйста. Твою, а у меня аж сейва нет. О боже, какие вы гниды все-таки. Это просто жесть. У меня же сейва, да, нет? Конечно, сейчас у меня еще вообще все другое будет. Я забыл сохраниться. А я мог это сделать вообще спокойно. Более чем уверен, что уже пошли люди писать в комментарии, что вот, братишка, костюм нормальный или костюм плохой. Но, парни, извините, я зафакапился. Я зафакапился, не было сейва. Ну ладно, сейчас мы... аккуратненько повторим наш подвиг предыдущего раза. Ай, бляха, подожди, не попал я нечаянно. Да что меня ведет-то? Все, тороплюсь, потому что тороплюсь, куда, не знаю. Это бывает такое. Блин, я его не вижу отсюда, подожди, ладно. Извлечь магаз, зарядить. Сейчас повторим, сейчас может что-нибудь другое выпадет, кстати, может даже не зря умирали. Было за что. В голову. Там еще второй просто подкрался вообще незаметно. Вот этот хер, кстати. И как тебя завалить? Не знаю, придется тебе в тело так шпиговать. Да не, нормально. Так, магаз извлечь. Ну, патроны хотя бы накрафтили. Они в продаже есть, поэтому можем их пока скупать спокойно. Что у нас по сохранениям? 109 секунд. Не знаю, но они на выстрел, походу, решили прибежать. И прибежали. Но, окей. Хрен с... А, так ты сейчас решил прийти, что ли? А где ты был до этого все время, скажи мне? Мне по голове дал. Черт. А сохраниться по-прежнему нельзя, потому что костров нет. Напомню. Так, бинт бегом используем тогда. Не сильно нас, конечно, сдамажили, он мне по голове дал разочек, но в целом и в общем... Ой, что это, жесткое что-то, что ли? А есть такое ощущение, что это жесткая какая-то пушка? Или фигня полная? Так, ты что, пить хочешь? Что тебя мутит-то? Или мне показалось? Так, ладно, разобрать. Сколько там до сейва? Чего я могу? Подожди, чего? Почему могу на F5 просто сохраняться? Потому что тут база, типа, никого нет? Ну, видать. Так, а что ты? Что случилось? Почему ты? Что с тобой? Ты есть хочешь? Или пить? Или что? 34%. Да блин, я не знаю даже, вот стоит ли ее оставлять или нет. Теперь не могу. Ну, ладно. Пофиг, сейф, если что, имеется ближайший. Так, МП5, давай, все по-старому делаем. Тяча. Ну да, то, но он сейчас хуже, по-моему, выпал, да, намного. Как обычно это и бывает, собственно. Кстати, вот эта вот пушка, она неплохая, по-моему. Но она из ганца. Ну да, она нормальная, по идее, она из ганца. Поэтому, так, разобрать ГОК-19. Нифига, он вообще уже идеальный практически, нет? А давай его ставим. А почему нет? Давай его оставим в натуре. Он же практически в идеальном состоянии, нет? Не, надо оставить его как будто бы. Так, с вас все забираем. У нас перегруз попер, но это не проблема, надеюсь. Не знаю, что это за вуны, давай посмотреть. Опачки. Ну, вряд ли с такой будут бегать. Тут можно Ctrl нажать, по-моему, мне сказали. И будет показана вся подробная информация о нем. Или просто кнопка подробно. Да нет, к нему прицелы так-то идут. Ну, не знаю, короче. Это... А, ну это Д-тир с другой стороны. Блин, пушку Д-тира... Вот так вот просто. Ну, ГОК, кстати, фигня полная. Д-19, нет, надо его разбирать. Потому что Айтир, хрен знает. Плохой пестик. Ну, окей, давай тогда так и сделаем, как я в предыдущий раз планировал. Сейчас на этот раз намного быстрее все сделали. Так, ну вот эту вауну-то думаю, что команду. Цетир с другой стороны. Блин. Ну, пушки-то вообще хорошие. Ладно, пока складываем. Тут Табара просто недалеко, и поэтому в этом и огромный плюс на самом деле этой локации, что если что, хоп, сходил до бара. Удобно, удобно, очень даже. Так, а кто тут еще? Еще кто-то же есть, нет? Ну-ка, может сохранить? Не сохраниться, а что надо сделать? Сразу миллион квестов с расстояния есть, кстати, здесь.
Ваша стала наша, око за око. Ну, двигаем, короче. У нас, правда, по ХП не все идеально. Ну, а что ты хотел? Ничего идеального в этом мире не существует. А у меня что-то... Ух, твою мать. Ух ты, сразу руки, сразу нормально пойдет. Это квестовый мутантик валялся. Так. И чё? Тут здесь никого не будет. Но с мутантами просто не хочу сражаться вообще. Кстати, можно пока перезарядиться. 30 здесь. Этот из разгрузки, правда, улетел, но это не проблема. Сейчас мы его обратно вставим в разгрузку. И чё, есть кто? Кто аномалию стригерил? У, ёб твою мать. А это же не квест... А, скорее всего, это квестовый, да, чел, как раз таки. Идеальный Мосберг с хорошим стволом. Это хорошо. Точно разобрать. Ну, разрядить, разобрать тоже, зачем мне он нужен. Кстати, да, не забываем про мультистул, то он у меня сейчас это убьется скоро уже. В дребезги. Ну и кровососы. Мне, кстати, щупальцы нужны у кровососа. Насколько я помню. Так, сейвиться мы не можем. Бляха, а что у меня 100 секунд-то для сейва? Это плохо. Так, отлично. Еще, да, вот. Научный донор ученым требуется щупальца кровососа. Хотя, по-моему, долговцы этот квест брал. Но это не важно. Хоть 100 секунд АФК стоит, потому что хабар-то неплохой выпал. Это практически идеально. С идеальным стволом выпал, по ощущениям, очень рядом. Но где рядом? И по кому рядом? Остается загадкой для меня. Так, ладно. Тут вроде как относительно безопасно. Не знаю, будет смешно, если вот это тоже безопасная зона считается. Но нет. А можно костер разжечь? Тут же костер где-то должен быть поблизости, нет? Для этого спички, по сути, ты и покупал. Так, тут же, по идее, можно аккуратненько пройти, и все нормально будет с тобой, да? Надо бы, наверное, электронику покрафтить. Потому что, ну, надо артефактики искать, может быть, это вообще прибыльная тема. Хотя квестов на артефактов не так много, а в основном их дают бармены всякие, ученые и тому подобное. Поэтому, может быть, и 30 секунд. Ну, 30 секунд уж поживем, я думаю, как-нибудь... Хотя ХП у меня нет вообще. А сейчас как будто по мне стреляют. И как будто 20 секунд уж можно как будто подождать, нет? По ощущениям. Сделаем вид, что мы тут целимся, что-то жестко, да? Выцеливаем. Ну, не, почему? Можно и пострелять, я думаю. Если кого-то отсюда увидишь. А я увижу. А я не знаю, прикинь, даже убил. Было бы неплохо, кстати. 4 секунды все ждем. Чего? Что с противогазом-то случилось? Неужели радиация сама по себе бьет его? Может такое быть как будто, да? Да ты, я не знаю, ты рано или поздно по мне попадешь, а я по тебе нет, потому что не вижу. Теперь вижу. А, что? Переклин? Ты давай не позорься, Маузер. Здесь это редкое явление для тебя. Надо тебя добивать, иначе ты потом встанешь еще. Печально будет. Излечь магазин, блин, надо тебя кого-то вычинивать, да? Кстати, кого-то слышу очень близко. Нет, никуда полез-то. Ага. Ладно, я хотя бы его увидел. Что? В разгрузке нет? Ну потому что ты придурок. Все, ладно, давай маленько пождем. 27 секунд. Ну да, тут у нас не скоро сейф ближайший будет. Вот подло! Не, ну а калаш, да, он даже на наемников сейчас достаточно жесткий. Тут зомби что-то делает еще. Че тут ходишь, бродишь? Кого ищешь, дружище? Так, пока... Надеюсь, никого нет. Может, тебя по-быстрому шлепнуть, чтобы ты не мешался ни мне, ни людям в наших разборках нереальных. У меня, кстати, ХП не полное, мне это не нравится. Ну, а что сделать? 35 секунд, нормально. Че у тебя? Старая лампа. Рабаш у тебя был. Так, все, заберем. Кстати, какой-то грейд нашли. Полезно. Достаточно так разобрать. Спиной стоим, конечно, печально. Ну ладно, ща. Так, что я хотел еще сделать? Я хотел по-хорошему, наверное, вычинить. Попробовать вычинить, может быть. Допустим. Что-то это даст просто или нет? Или надо именно ремноборами вычинивать? Ну, видимо, ремноборами надо вычинивать все-таки. Но в любом случае, общее состояние оружия надо поддерживать 100%. Тихо, я тебя слышу. Тварина. Хана ему! Вот именно. Так, что тут у тебя было? Эмочка обычная. Но не жесткие они какие-то. Вообще не жесткие эти крендели. Но с другой стороны, сейчас хотя бы радует то, что тихо территория-то у нас не такая уж и дикая. То есть радиация нас не бьет. Наемники для меня
по сути, те же самые бандиты. Что ломается? 99 или что-нибудь? По стеклу, походу, попал просто. Чел, ты реально рассчитываешь, что ты... Блин, да что ж такое-то? Что? Не берет с первой пули в голову. Приколист, конечно. Ладно. 20 пуль тут есть, если что. Вечная стрельба какая-то, боже. Так, а что по квестам вообще? Еще здесь? Это что такое? Око за око? Вернуть врат... Ну, это понятно, это где-то там они стреляются. Мне пока такое не особо интересно. Наверное, на янтарь даже не пойду. Надо в бар двигать. Так, я тебя узрел. А я тебя узрел. Блин, не в кусты же, но... Не убил. Ну, нормально, сейчас, подожди. Я не знаю, прострелю я сквозь... Что такое? Ух, твою. Понятно. Надо ближе. Я кривой просто. Я же не снайпер вообще. От слова совсем. Поэтому... Косой. Бывает. Сейф можно сделать? Естественно, можно. Так, пока есть такая возможность, давай-ка. Он где-то близко. Причем он какой-то прямой достаточно, этот чел, на удивление. В отличие от своих сородичей, которые по мне ни разу там толком и не попали. Эй, уебок! Ну как там тебе? Ты че? Око за око выполнено одно. Но тут же еще, да, вот где-то есть прям... Сейчас, где он там? Да-да-да, кушать я понимаю, но пока потерпеть. Нужно просто потерпеть. Сейчас АК мы завалим. Я что-то не очень понимаю, где он просто. Просто точка стоит, как будто прям вот... Вот тут вот. Увидите кого-то? Она, видимо, пример все-таки больше. Ну как там тебе? Куда ты полетел, роднулька? Так. Кушай. Ну еще вот тут тайник есть. Я не знаю, сейчас если что-то очень полезное найдем, то по-любому выложимся. Так, есть пить. Не, дело полезное. Да не, забей. Я не знаю, наемники для нас сейчас уже не соперник. По сути, даже с таким снаряжением, поэтому... Главное, что какой-то, знаешь, этот есть. Успех относительный. Кто по мне стрелял? Откуда? Что? Уже наемники для нас не сильны? Военный? Фига, его пробил, кстати. Что ты тут делал, военный? Аук. Ну-ка, дай померить его хотя бы. Не-не-не, как будто ненормально. Сейчас надо запомнить, где все трупы были. Не, с таким прицелом, братишка, и гуляй, петляй. Опять протертый ствол. Нашли, блин. Два дробовика можем. Где же ты раньше-то был? Я, может, глядишь, сайгу бы вычинил таким образом. Ух ты. Ух ты. А вот это жестко, нет? А вот это жестко, если прицел найти. А кто-то оставит даже охоту, если честно, такую пушку. Так, разобрать. А, что еще? Разобрать. Какой-то минус вес все равно это дает. А тир тоже, Вальтер. Ну, А-тир, потому что был бы другой пестик, не знаю, какого-нибудь С-тира, Б-тира. Что А-тир, я хрен знаю. Ну, позорно как-то, что ли. Что вроде как многое прошли, до сих пор с А-тиром бегать я не хочу. Вот тут хер какой-то упал. Надо по-любому пить Геркулес, раз мы его нашли, потому что что-то я не хочу на перегрузе ходить. Честно сказать. Все, у тебя что было, братишка, показывай. МПшка, но... Да, не знаю, даже, может, даже на запчасти нет смысла как такового брать ее. Ну, только если разобрать, хрен с ним. Че у нас еще? Сейчас главное случайно что-нибудь не разобрать. Так, а что у нас по мульту? 37, блин, это плохо. А че он может вычинить, кстати? А нет у нас ничего такого. Ну ладно, не проблема. Надеюсь, бля, да, смотри. Ты посмотри, какая вообще цаца. Ну цаца же, нет? Ну цаца вообще. Так, у вас что, парни? А, о, 5 килограмм. Ну даже ходить можем, даже так, кстати. Нормально. Б-тир, дробовик нам не нужен. Че с мульстовым, кстати? 32. Итого 32. Ух ты. Продвинутый швейный набор нашли. Просто это довольно-таки необычно для... этого челикса. Так, ладно, пестик разбирать не станем, а вот темочку. Сатир, кстати. Ну, как и этого луна. Но вот этого луна мне нравится больше, ну, подробно. К ней по-любому идут дофига прицелов, да, понятно. У меня даже к ней есть прицелы, на базе лежат. Поэтому нормально, все очень здорово. 27% у мультистола. Блин, надо как-то его уже поменьше использовать. Не сильно часто. Прямо скажем. Так, что у нас еще? По ваш стаун. А, так это... На КПК, что ли, квест? Ну, это не КПК, и вернуться. Смотри, сколько квестов я должен сдать. С ума сойдешь. Ладно, остался последний военный. Надеемся, что что-то с тебе будет жесткое. Видите, вся пушка от тира. Ну, ладно, будем ее разбирать тогда.
Лебедева. У кого-то жесткое что-то нет? Лебедева. Ну, чисто заберу. То потом скажете, что это... Надо было забирать. Лебедева, пистолет. Ва, что за... И... Ну все, идем сейчас куда? Ну, вроде всех я обыскал по максимуму. Мне остался, получается, было ваше, стало наше. Я бы магаз еще извлек и... Давай. Заряжай. И тоник забрал бы. Раз уж он нам дропнулся, раз уж мы здесь. Че бы нет. Только где он? До конца. Ну я понял, что за тайник. Что-то можешь выложить можно? Да нет, вроде. Все надо. Лопата металлическая разобрать. А мультитул у нас как там поживает? 22. Я вот не помню. Этот набор для заточки не ниже 20 же, надеюсь. Чего? Че, опять здорово затроллили меня? Тайника не будет. Или что это? Ну, видимо, да. А чё, почему? Ну-ка. Ну, погоди, я не понял, а что это? Было ваше, стало наше. На хороший тайник, вообще идеальный тайник. Ну, кстати, по-моему, даже не... Подожди, это он точно? Нет, подожди, не факт, кстати. Может быть, тут еще что-то есть. Вполне вероятно... Да, тут троллинг, смотри какой. Ты загни какой, как кра вообще троллить может, а? Хитро. Умом, я бы сказал даже. Ёб твою мать, что это такое? А пестики, походу, все от тира, кстати, есть такое ощущение. Ты не найдешь себе хороший пистолет. Но мы не можем идти, очевидно, но вот эта пушка-то вообще жимба. А, стоп, я ПСО нашел, что ли? Ну-ка. Ой-ой. Она регрейд, да, нужен для ПСОшника-то? Нет, не нужен. Это просто вещь. АТГ. Ну-ка. Ну, во-первых, магазин. Глушитель. А где еще? Где эта пушка-то, кстати? Ну, вот она. Блин. Ну, я бы вал, был бы вал, был бы жестче, наверное. А так? Тут 21. Но ствол убит, поэтому... Но у меня такая есть волына. Давай запчасти, наверное, так снимем. Снять запчасти. Что-то 96%. Тут запчасть снимаем и выкладываем. Здесь... Магазин извлекаем, снять запчасти, 78 выкладываем. Ну, Лебедева. Ладно, черт с ним. Если вдруг это что-то жесткое кажется, то сходим, не проблема. Далее, что это такое? Ну, эту пушку пока тоже выложим. Если вдруг тоже жесткое кажется, тоже выложим, не проблема. У нас проблема другая, у нас перегруз. Водки можешь выложить. Я даже не знаю. Но запчасти можно ультра плохие поскладывать, веревки всякие. Ну, 98 она к тому же весит. Так, что еще тут нас много весит? Я же нормально шел, подожди, я же ничего такого-то и не взял. А, все, могу идти, отлично. Так, армейские склады, карта аномалии, что ли? Ну, ладно. Как будто сделаем что-то полезное. Ну, хотя нет, ну почему, полезно даже. Так, ну нашли, наконец-таки, прицел. ПСО? Ой-ой. Ой-ой. Да, это жесткая братишка. А ты думал? А ты думал? Так, может, кстати, получится что-нибудь заменить, запчасть вдруг выпала, вот это жесткая как раз-таки. 96. Изношен затвор. Стоп, это реально затвор, что ли? Не понял. Но не то, не то чуть-чуть. Чуть-чуть не то. Причем, да, мы зря поменяли. Состояние только ухудшается. Да блин, чуть-чуть не то. Хотя затвор написано. Как их тоже так различать можно, я не очень понимаю. Но это убитое. Ну ладно. Не нашли, не нашли. Надо сейчас, наверное, вычинить тогда АК. Ну давай. Что поделать? А, с помощью чего? С помощью чего? Ну, тряпку дуру вот эту использую, господи. Хотя 15% куда ее? Ой. Да, тут мутанты могут быть, напомню. Но сохранится обязательно, а то мы тут уже столько пережили. Пушку хорошую нашли. Что надо сохраниться как будто. О, еще и квестовое что-то. Еще и выполнился квест. Отлично, великолепно. Правда, 3 копейки за него дадут, но лучше 3 копейки, чем 0, правильно? Тут костер, оказывается, все это время был. И насколько я помню... Стоп, чего? У тебя слетел этот, что ли? А, понятно. Заряжай тогда, раз слетел в магазин. Не, ну это уже имба. Это уже имба, это уже... Как минимум можно, ну, спокойно двигать по лабораториям. А то я тяну это дело все. А уже можно, как будто бы. Ну, дико, это, кстати, вообще хорошая локация на тайники, на вот это все дело. Пенифрин нашли. Что? Что? Как? Почему? Так, чары это разобрать. А это с помощью мультистола тоже разбирается или нет? Надеюсь, что нет, кстати.
А, с помощью мультстула. Ну, походу, мультстул придется крафтить или новый покупать. Ладно, добивай его. Не оставляй в живых. Что можно выложить? Я даже не знаю, у меня уже нечего. У меня тут столько уже всего просто есть. Ну, не, удачный поход. Вообще удачный. Не зря противогаз вычинивал, потому что, ну, прям много чего он дал. Что еще можно выложить такого? Ну вот, по комплекту для приготовления еды у меня так там 9 штук уже есть. Блин, блинский, ну что, мины выкладывать? Ну давай, ладно. Один фиг я их не использую, один фиг все равно перегруз. Да что ж такое-то? Очки, ладно. Шприц ничего не весит. Ну, ствол убитый. 0.75 он просто. 0.75, все, ладно. Ну, за копейки бы его продал, а так не вычинешь, поэтому. Так, ну что, можно переместиться? Вы можете инициировать. Че я могу инициировать? Понятно, надо пешком тяпать. Ну, почапали, чё. Ой, я там мутантов слышу. Я, пожалуй, побегу. Твою мать, сколько тут аномалий, ты посмотри. Как тут пройти-то? Как ты тут прошел, наемник? Объясни мне. И тут, смотри, сколько тут аномалий, ты взгляни. У меня болтов сейчас не хватит, чтобы это все дело пройти. А это прикол, может, так и надо? Подожди, может, реально аномалия отметилась какая-то? Да нет. Ну-ка, интересно, нет, это не аномалия. Ну, в смысле, не зона аномальная, это они такие рандомные. Хотя хрен знает, может и нет. Но детектора у меня все равно нет, поэтому не проверить. Прикинь, сколько тут радиации вообще? А нам пофиг на эту радиацию, потому что я умом поступил. Я умом поступил и с нормальной противогазе скрафтил. Большая перегрузка, движение невозможно. Что, кончился этот, что ли, Геркулес? Но ничего, не сцил, у меня еще есть... Или пенифрин, кстати, сразу принять. Да не, давай Геркулес пока. Просто пенифрин нас лечит еще, по-моему, неплохо. А тут идти осталось не так уж и много, в общем и целом. В баре тоже дождливо, но нет повода для разочарования. Кстати, сейчас они могут вещи надавать, и у меня перегруз будет. Ладно, если что, продадим что-нибудь. Салам алейкум, тебе задание надо сдать. Тушеная фасоль сразу. Ну вот, короче, давай тебе, может, сразу эту хрень и продадим. Давай, 276, но все равно перегруз. Да, я знаю, что... Хотя, может, ее разобрать надо было бы, она прям хорошо бы, мне кажется, разбиралась. Ну ладно. 1000 рублей бинт надо купить обязательно. Все равно не буду ничего подобного, наверное, использовать никогда. Поэтому на продажу. Так, next. Че next? Куда он так втопил-то? Костер разжигать, бедолага. Ну да, потухнет. Он так просто по карте побежал. Надо, кстати, карту аномалии, наверное, сдать. Мазовая стоимость 3000. Да эти вот штуки больше всего веса занимают. 17 килограмм. Вот это вот у меня. Вот это вот все весит. Грейды всякие. Но... А это для костюмов вообще... Ну, кстати, можно попробовать этим заняться. Ну, не знаю, ну не для зарижи как будто бы. Хотя... Не знаю. Может, это для зари. Так, что у нас тут? 55? Пфф, складывай, братишка, складывай. На! Так, что тут еще у нас? Всякие вот эти вот штуки тоже. Держал, не кашлял, патроны, которые нам точно не пригодятся. Гидрошок, да, мне там писали, что я продал, ну, там, разобрал гидрошок, это была ошибка. Ну да, да-да, ошибка получается. Ну а что теперь сделать? Ну, ошибся, бывает. Сразу минус вес такой, за облегчение. Ну, может, бог, кстати, дробовик этот не брать, по факту-то я только одного зомби убил с помощью него и все. Так, теперь тебе, значит, что карта аномалии 700 рублей. Привет. Да, забирай, здорово. Так, дальше. Куда тебе столько... Ну, ах, с другой стороны, пофиг, ладно. Думаю, столько-то нам уж не надо. Ну и поехали, плохие запчасти, значит. Сразу тебе скидываем. 70-90. Куда с такие? Тут как бы на косарик-то выйдет, как будто, да? Причем запчасти не все прям убитые в мясо. Там еще забавный видел, короче, коммент. Чел писал, с чего ты взял, что нельзя запчасти вычинивать вот эти вот, которые ниже 60%. Ну да, мне же там под первыми сериями писали это дело. Так что, ну, короче, видите, да, в комментах кто как живет, короче. Поэтому прям всем верить и всех слушать, по-моему, дело такое. Надо внимательнее просто этим быть и все. 2000, кстати, наутали с этого дела, хорошо. И от веса избавились нифигового. Кстати, глушители, я что думаю, тоже таскаю их тут. Мне уж в таком количестве 9 тем, наверное, не надо, к тому же. 1400 еще зарабатываем, хорошо. Maybe есть глушитель, который сейчас нацепится на АК. Я просто не знаю, не помню.
но... Значит, нет. Надо как-то разгрузиться, больше ящиков наделать, но это точно будет без записи. Я уж упарываться в крафтинг не буду. Кстати, вот это дело можно пробовать и... 94, а что это такое? Спусковой крючок. Так у меня нормальный спусковой крючок. Хороший, идеальный, я бы сказал. Так, ладно. Тед, складывай. Тед, складывай. А то у меня сейчас, знаешь, лежит все, как попало, по большей части. Подожди, что, я не все продал, что ли? Ну, один фиг от перегруза я избавился, поэтому... Не проблема. Подожди, а как так-то? Че же такой невнимательный? Так, забирай. Они, видимо, так подсвечиваются, не совсем приятно. Или что, откуда у меня эти запчасти-то плохие? Что-то я не понял. Было, не было. 600 рублей еще. Плюса, минус вес, все нормально. Один с того есть. Но сейчас, говорю, на квестах больше всего заработаем. Надеемся, что тайники будут давать. Это прям очень важно. Это было у нас 77 килограмм. Кстати, надо уже как-то маленько это дело разгружать по-хорошему. А я сейчас буду забивать наоборот. Потому что мне это не надо. 84, плейбой. Ну ладно. Инструменты с собой пока потаскаем. Можем себе позволить. Так, дальше что мы делаем? Дальше. Так, погоди, это механику надо сдать. Задание хочу. Щупальца кровососа, пошли, несем. Просто у нас всего лишь один желтенький тайник, он опять на кладбище техники. И что там будет, непонятно. Так, нам надо еще. Нам надо еще, и желательно на севере, чтобы была калибровка. Хотя бы шанс на нее, мнимый. Ну ладно, давай хотя бы что-нибудь. На свалке севернее депо. Куда надо тебя проводить, кстати? До Юпитера. За 11 тысяч до Юпитера звучит, конечно, по-моему, не самая лучшая идея. На свалке западнее депо. Ну, ладно. Спасибо, что дал. Залутаем, но не желтый. Так, next. Что next у нас? Ну, не так много квестов-то на самом деле, как будто бы. Хотя нет, там же это, на одного челика три задания было, напоминаю. Так что, гляди, сейчас мы только с одного него что-нибудь заработаем жесткое себе. Ну, а вот этот дробовик как будто можно уже продавать. А что за ствол у тебя, кстати, 18.5R? А как будто можно вычинить его, нет? Ну, тот дробовик, который у меня есть. Бармен, тебе нет задания, иди сюда, не беси меня. 4200 просто дал. А еще работу подкинешь, травоядный мутант на свалке. А в баре что, не можешь дать никак вообще, что ли? Кстати, да, не забываем тут обновлять. Глядишь, курьер, одиночки, кордон. Ночной гуманоид. Вот это сделаю, кстати. Так, следующее, что еще есть? Янтарь, посредник. Ладно, возьмем. Кордон один фиг идти надо будет, поэтому возьмем. Группа физиков проверяет его на прибор. Лапа, тут ничего нету. Ну, опять же, надавали нам, конечно, рюкзаков здоровых. Так, дальше. Пойдем базарить. Водка путника. Да. Ее можно в крафтинге использовать, да? Надо комплект для приготовления пищи, возможно. Но мне что-то так впадло. А я еще не так много дал ее, поэтому точно забирай. Так, что я еще хотел? Для таких, как ты, у меня всегда есть. А, я хотел еще кое-что посмотреть. А какое тут... Как ни странно, не имеет вообще никакой защиты. Да, понятно, для всех написано. Это, скорее всего, какой-то... Ну, есть же аддон на отмычке. И, типа, чтобы тебе вскрыть посылки всякие, ящики, надо это... Но это уже прям совсем хард-хард. Давайте не будем таким заниматься. И такое ставить. Я еще в ванильную гамму играю. То есть, ее никак никто не менял. Вот, поэтому... Она такая девственная относительно. Тут только... Да тут вообще ничего, по-моему, не стоит. Поэтому вот... Так, рука из лома тебе, да, нужна была? Иди сюда, иди. Я выполнил 900 рублей. Ну, как-то, знаешь, я думал, что будет больше. Ну ладно, ради репутации, с другой стороны. Кладбище техники, ладно, может быть, сделаем когда-нибудь. Это не хочу выполнять. Лапа гиганта, чё, зачем лапа гиганта-то? Все что-то на лапу гиганта это мучают пацаны. Так, Shift F5 для активации, ладно, подожди, попозже. Сейчас мы сдадим еще задание, надо напомнить, еще не напоминаю, вот эти квесты у нас не сданы. Итак, поехали. Ну такое. Здорово. Росток, ну-ка, стой. А желтый? А прикинь, желтый тайник. Нет, это было вообще имбуля. Нет. По-моему, мне этот тайник уже кидал когда-то, по-моему, вот если я не ошибаюсь. Так, нет, не торговля. Ну, 5800. Ну ладно. Ну окей. Ну а что? Этот ник ты мне когда-то уже, по-моему, кидал.
Ну, близкий, во всяком случае. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, дикая территория. Поход, я считаю, успешный. Кстати, у нас по отношениям вообще уже все здорово достаточно. И с долговцами, с одиночками. Поэтому нормально, пойдет. Всем удачи. Всем до скорых встреч. Еще увидимся. Пока-пока.